Хотели в Италию, а навигатор завел вас в Алупку? Не расстраивайтесь. Поверьте, в Алупке тоже есть чем заняться. Летом этого 2024 года Алупка была открыта после реконструкции старого города. Прогулки по ней превратились теперь в одно сплошное эстетическое удовольствие. В Алупке сохранилось множество дореволюционных дач с резными деревянными орнаментами. Все это подчеркнули единым дизайн-кодом в восточном стиле. Сопроводили милыми малыми архитектурными формами. При этом Алупка имеет богатую историю. Потрясающий вид на гору Ай-Петри, множество старинных фонтанов, Воронцовский дворец и парк, и масса интересных заведений на главной улице. Но чем не Италия, хотя в маленьких уютных кафе Алупки вы почувствуете себя ничуть не хуже. Здесь своя особая атмосфера Крыма. После того, как вы выпьете чашечку кофе, отправляйтесь на экскурсию по старой Алупке. Главная улица Фрунзе пешеходная и удобная для прогулок. Дизайн-коды всех заведений на этой улице выполнены в одном стиле. Прогуляться можно не только по городу, а зайти еще и в исторический музей. Полистать виртуальные книги в виде ступенек, зайти в чебуречную, отведать самые лучшие чебуреки на южном берегу Крыма. И, конечно, не забудьте погладить многочисленных алупкинских котов. Они очень ласковые и идут на контакт. С вами была гид по Ялте Екатерина Солнце.